Итак, короче, мы идем по Литовскому валу. Какой Это не вал. Литовский. Оборонительный. Литовский вал. Ладно, пусть будет две версии. Мы идем по Литовскому валу. Итак, оказавшись в Калининграде, с чего начать? Первым делом советую посетить Королевские ворота. Во-первых, это одно из значимых исторических мест Калининградской области. А во-вторых, Королевские ворота хорошо расположены, чтобы с них начать ознакомление с городом. Данный музей входит в состав Музея Мирового океана. Кстати, до музея добраться достаточно легко. Музей расположен на пересечении улиц Фрунзе и Литовский вал. А остановка так и называется – Королевские ворота. Автобусов до этой остановки идет достаточно много, и вам не составит труда добраться до этих ворот. В музее можно взять экскурсии, из которых вы узнаете, какую роль несли Королевские ворота в жизни и формировании города. Также вы узнаете, почему они так называются и кто эти короли. Некоторые экспонаты музея можно потрогать руками, но только осторожно. Итак, короче, мы идем по Литовскому валу. Какой Это не вал. Литовский. Оборонительный. Литовский вал. Были мы сейчас только что в Королевских воротах. Он входит в музей Мирового океана. Кстати, советую купить сразу же абонемент на все музеи и посетить сразу же все их.
Потому что если посещать их поодиночке, выходит достаточно приличная сумма. Потом на карте покажу, где находится еще музей Мирового океана, чтобы вы могли посетить без проблем. Вот. Там можно посещать корабли, подводные лодки. Подводная лодка одна. По-моему, три корабля стоит. Стоит самолет. Нет. Да. Нет. Стоят старинные, то есть как развивалась подводная лодка, начиная с подводной лодки Леонардо да Винчи. Также в музее Мирового океана идет океанариум и выставка динозавров, да, по-моему? Вот. Тоже это все покажу, скину, где это находится. Но пока мы находимся на Литовском вале. То есть мы с дочерью здесь каждый раз гуляем. Вот. Обычно мы гуляем по той стороне, вот там внизу. Там проходит маленькая речка. Мы с ней там гуляем. Здесь решили пройти здесь. То есть здесь стоят оборонительные. Я даже не знаю, как их назвать. Вот. Что, там не пойдем, там пойдем снизу. Причем было принято решение, пойдем опять все снизу. Вот там как бы светлее и веселее. Вот. Речушка, правда, и грязнее. Такая. Не убирают ее. Но все равно нормально. Ладненько. Наслаждайтесь. Там за деревьями находится резиденция королей. Решили дальше не идти, мы вдоль речки, подняться наверх и пройти поверху чуть-чуть. В общем, показали вам сегодня все три дорожки понемножку. Вот, ребят. Давайте хранить чистоту в городе. Да. Потому что все настолько засвинячено. Какие свиньи здесь ходят, я не знаю. Вот. Места достаточно хорошие, красивые, но вы их убиваете. Я думаю, каждый поймет, про кого я говорю. Вот. Ну и в общем, получается, дорога снизу, идущая к центру города. Значит, можно пройти по Литовскому валу сверху, с левой стороны речки. Вот люди ходят. Собак выгуливают и так далее. Можно пройти вдоль самой речки. Тоже неплохо. Можно пройти с правой стороны речки. Там сразу же выходите на резиденцию королей, на детский развлекательный комплекс и так далее. В
Мы в прошлый раз туда ходили, там дельфинарий стоит. В этом году, говорят, опять там стоит, так что мы, наверное, опять сходим. Да. Пришли мы вот оттуда. Сейчас он подойдет.